Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Носова. Совсем скоро июнь, а это значит, что совсем скоро позреет клубничка, по крайней мере в нашем регионе. Поэтому я решила создать вот такой вот бантик с клубничкой, которая будет украшать прически маленьких модниц. Делать такой бантик совсем просто, впрочем, как и все другие мои идеи, поэтому давайте приступим к его созданию. Конечно же, нам понадобится вот такая вот гипсовая ленточка с клубничкой. Шаблончик для обычных бантиков. У меня он 8, получается, что, да, вот, 8 сантиметров. Вот. Будем формировать обычный простой бантик. Накладываем ее посередине. И начинаем наматывать на наш шаблон. Вот таким вот образом. Чтобы одна ленточка ложилась немного на другую. Вот что у нас с вами должно получиться. 3 оборота. Первый, второй и третий. Теперь нам нужно обрезать. И также обпалить. Затем берем иголочку с ниточкой и прошиваем наш бантик. Для удобства вы можете закрепить бантик заколочками. После того, как мы прошили наш бантик, мы снимаем его с шаблона и стягиваем, формируя обычный бант. Такая вот заготовочка у нас с вами должна получиться, вот такой вот бантик с клубничками. Возьмем обычную атласную ленту, какая вам нравится, я решила под низ взять беленькую. И все делаем так же самое, как мы делали с предыдущим бантиком. Должно быть 3 наших оборота. После того, как мы прошили, мы проделываем те же самые действия. Расправляем, накручиваем. Наши заготовочки уже готовы. Как видите, делать бантик совсем быстро, просто. Теперь нам нужно будет сшить наши 2 бантика для надежности. Я в последнее время их не склеиваю, я в последнее время их сшиваю. Мы поправляем бантики и накладываем один бантик сверху на второй. Смотрим, чтобы он был похож на наш первый бантик. И теперь будем сшивать. Украшать я его буду вот такой вот красивыми стразами на нитке. Их купить вы можете у меня в магазине под названием Лиспа. Я возьму красный. Как видите, здесь есть разных цветов. Опаливаю края. В принципе, как и у обычной стразовой шины. Как видите, здесь очень красиво переливаются камушки внутри. И приклеивать я его буду вот сюда, на наш бантик.
красиво она смотрится на бантике, прям красота. И так же самое приклеиваем на другой стороне. Обычно вот такая вот тоненькая ленточка. У меня это Атлас. И мы будем убирать все ниточки на нашем бантике. Что у нас получается? И украшать бантик я буду вот такой вот клубничкой. Красивенькой. Вы можете выбрать, конечно, и другие клубнички, ведь у меня их разные. Но я так подумала, что эти как-то он с ними слишком не очень выглядит. Он как-то слишком они маленькие. Вот. Поэтому я шила вот эту вот клубничку. Сейчас мы ее приклеим. Вот такие вот бантики у нас с вами получились. Я очень надеюсь на то, что они вам понравились. И вы обязательно повторите их по моему мастер-классу. Крепить какую-то основу к бантикам я не стала. Я прикреплю ее тогда, когда эти бантики кто-нибудь закажет, и по желанию покупателя. Бантики получились здесь уже такие вот прям летние, сочные, яркие. И мне правда напоминает клубничку. Напоминают ли эти бантики вам клубничку? Как видите, эти стразы очень красиво смотрятся на бантике. Они прям так переливаются, так блестят. Очень красиво. Ну а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения. Ведь оно так нужно нам, мастерицам. Всем пока-пока. Holding on to this, holding on. I know I'm, I know I'm.